Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 24 серии турецкого сериала «Семья». Ранее мы увидели «Девин», которая рассказывает о том, как хорошо повеселились прошлой ночью. Она, улыбаясь, говорит, что ночь прошла просто прекрасно, и она прекрасно провела время с любимым человеком. Она делится тем, что даже госпожа Хюлья, которую она привыкла всегда видеть строгой и властной, в этот вечер была очень искренней и счастливой. Женщина откровенно веселилась и позволяла себе намного больше того, чем позволяет себе в обычные дни. С ее лица не сходила улыбка, но они все равно продолжали находиться рядом с ней на случай, если ей станет плохо. Аслан был тоже счастлив, наблюдая мать такой. Женщина хочет сказать что-то Девин, но Аслан пытается ее остановить. Девушка все же решает, что хочет услышать те слова, что Хюлья хочет сказать ей, как бы ее любимый не был против этого. Женщина смотрит на них с долей нежности. Она говорит, что они очень хорошо смотрятся вместе. И что они действительно очень красивая пара. Такие слова Хюльи вызывают у Девин бурю эмоций. Девушка ожидала услышать от нее что угодно, но только не это. Женщина обычно была против их отношений. Но эти слова заставляют девушку задуматься о том, что все вокруг них очень сильно меняется. Аслан тоже удивлен слышать от матери такие слова. Но он реагирует на них менее эмоционально. Они вместе продолжают веселиться и танцевать в клубе. Эта ночь становится для них по-настоящему особенной. Она дарит им множество приятных и счастливых воспоминаний. Но в один момент все это обрывается. Девин говорит, что Хюлья – это настоящий огонь. И если смотреть на него, то можно лишиться зрения. Девушка советует держаться от нее как можно дальше. Она смотрит на свою собеседницу с искренним непониманием. Премьера 24 серии турецкого сериала «Семья» состоится 12 декабря.